выпустила брунки. Весна, весна. Весна – это рабочая пора. Прям отлично. Отличное говнецо. Отличное говнецо. Раздолье. Вот это чудо, смотрите, все углы. Муся, их кто-то обоссал уже, да? Ну, короче, делаем на нем опыты. Да, Сашона? А потом я начну худеть, да? Так, немножко прошлась по территории. Все, наш походный мангал уже, все, ему приходит трындец. Работа ждет. Но сегодня, конечно, мы немножко сегодня потрапезничаем. Пятница, ребятки, пятница вечер. Погода. А мы говорим, что все в наших руках. Елочки. Все. Смотрите. Нас в эфире. Ну все, на. Все, вылазь. Вылазь, приехали на дачу. Да. Ай, мы все, на. Давай. Давай, вылазь. Ой. А, куда пошла? Ну все. Ребятки, всем привет! Приехали на дачу. Сейчас вот Санек показывает, как он что убрался. Ну, снимать уже не буду, Саш. Ну да. Постель сюда. Конечно. Это вот он перестирал, да, который? Ну, то, что перестирал, да. Ну ладно, это уже показывает. Телевизор, все работает. Ну, хорошо. Показывает все каналы. Хорошо, хорошо. Молодец. Да. Молодец. Хорошо. Подожди. Все, пошли мы. Пойдемте дальше смотреть. Ну, тут грязная рабочая зона. Это наша. Ну, что тут за эти? Все, ребят, приехали. Первая ночевка на даче. Ветерок. Сегодня прям ветер. Сегодня 7 мая. Поздравляю всех казахстанцев с этим праздником. Мужчин. Нашу опору и поддержку. Вот. Сегодня пятница, выходной. Отдыхаем мы 4 дня. А вот. Будем делать грядки, ребят. Будем делать грядки. Вернее, Саня будет колотить, а я буду заниматься такими. Мне надо почистить клубнику, привести в порядок мой цветник, пересадить розы. Хочу сделать отдельный розарий. В общем, ребят, работы много. А что, смотри, Саш, как у нас елка-то подмерзла. Где? Смотри. Что надо ее это надо брызгать, у нас побрызгать. Хвойная это беда. Да, да. Есть хвойник. Смотрите, ребят, а что может быть? Саш, на, подержи. Положи. Вот. Так как... Хвойная. Вот она, хвойная. Как непонятно. Как тля. Тля, не тля. Фуф. Вот, на, есть, да, как будто как тля. Вот удобрение для хвойника. Ну да, я как-то покупала, надо будет. Вот удобрение для хвойника. Вот те мелкие и ту маленькую, которая конику. И эту немножко надо подкормить. Ну, поставлю сюда. Ой, вот, ребятки, раздолье. Вот это чудо, смотрите, все углы. Муся, их кто-то обоссал уже, да? Тут кто-то уже хозяйничал без тебя. Да, Масёна? Молодец, Санёк, все убрал. Он меня так освободил от вот этих вот, от работы именно мытья. Потому что на огороде, конечно, делов хватает. Все убрался. Молодец. Вот такой Санёк. Затейник. Я не накрашенная. Вот. Так что буду снимать. Буду снимать, показывать, что, как у нас, какие результаты. Ай, ой, что такое, Мусёна, Мусёна, ай, все.
вся пыльная. Вся пыльная. Муся. Вся пыльная. Вот. Так что такие дела, ребятки. Будем сегодня мы отдыхать. Сегодня пятница. Сегодня пожарим шашлычков. Вот. А завтра с утреца рано утром в бой. В бой, ребятки. Сегодня народу много. Смотрю, там. О, хорошо, как чесночок поднялся. Прям замечательно. Это вот Саня снимал, получается, 4 дня назад. Смотрите, как поднялся хорошо. Ой, платье. Вот. Ну все, дождей нету. Вроде обещают у нас дожди. Вот, думаю, что будут. Потому что по прогнозу стоят дожди. Вот. Все набирает цвет. Вроде как березка моя, смотрите. Выпустила бруньки. Выпустила бруньки. Вот, видите, клубнику надо всю чистить. Ой, уже одуваны во всю прут. Лучок прям хорошо так поднялся. Муся, Мусёна. Вот. В общем так. Весна. Весна – это рабочая пора. Отдыхать будем, наверное, где-то середины июля, надеюсь. Вот, а сейчас работа. Ну, как хорошо цвет набрала смородинка. Мам, смотри, уже муравьи. Надо срочно обрабатывать. Пока еще не распустилась. Смотрите, паук. Кого только нету. Смотрите, уже. Все надо обрабатывать от муравьев. Ну все, ребятки. Все в процессе. Все в процессе. Буду показывать, рассказывать. Так немножко прошлась по территории. По освоению территории. Вот. Работа ждет. Но сегодня, конечно, мы немножко сегодня потрапезничаем. Пятница, ребятки, пятница вечер. Грех сегодня. Шашлычок под коньячок. Ну все, дорогие мои. Буду снимать, показывать. Смотрите, кому интересно. Потому что мы же снимаем не только для нас, но и для вас. Стану на фоне елочки. Все. Смотрите нас в эфире. Так, ну немножко прибрали, все, постель застелили. Застелили постель, слава богу. Я одела мамину тужурку такую. Ну, тепленько, потому что сейчас вечер. И начинает холодать. Все, наш походный мангал уже все ему. Приходит крындец. Че? Да, будем в этом году. Наконец-таки, да, Сашонок? Ну, делать нормальный мангал. А что, тут нету света? Ну, что-то не включается. Я сейчас до этого включал. А может, там лампочка? Может, сгорела. Скорее всего. Все, сейчас будем жарить шашлычок. Солнце село. Все, смотрите, как... Муська бегает где-то. Тишина, покой, люди как ночуют. Какая тишина, смотри, вообще обалденная. Обалденная тишина. Вы знаете, настолько вот вообще в городе от этого шума, настолько устаешь, сюда приезжаешь, ну просто кайф. А шум, уши болят. Просто кайф, ребят. Уши болят. Сейчас вот Санек. Всегда обжигаем перед... Чистим, вот есть щеточка у нас такая вот. Да, всегда вот чистим,
чтобы не было, а то вот есть, вот как-то блогеры смотрю, прям на эту решетку, там год ей пользуются, и все, и мясо там подгоревшее, и все, все, что ей вот это жарят, еще и нахваливают. Нет, мы не таких правил. Мы пожарили, да, потом вот перед вторым, не перед вторым, а вот когда начинаешь жарить шашлык, обязательно вот на огне прям обрабатываем эту решетку. Вот. Саш, смотри, сейчас упадет, вон деревяшка на пол. Я знаю, на пол. Вижу, все, вижу, вижу, вижу. Что такое? Никуда она не упадет, не денется. Прям пахнет дымком. Не знаю, будет видно, нет? А, Санек? Будет все видать хорошо. Санечек еще мой похудел. Что такое? На 5 килограмм. Ну ладно. Смотрите, вот эта футболка ему была вообще в обтяг, в оптигон. Ну, короче, делаем на нем опыты. Да, Сашенок? Спрейшн. А потом я начну худеть, да? Я тоже так немножко себя, конечно, держу. В узде, так сказать. Ну все. Разжигаем огонь. Все, пойду я поставлю чайник. Все, ставь там на кухню, включай свет. Не знаешь, где все включить. Готово. Все, сейчас это дело на мангал. Чаек. Держи, Санек. Держи. С лимончиком, да. С лимончиком. Thank you.
Ребятки купили вот машину навоза. Как он только сейчас будет. Хотим вот сюда сбоку вывалить. Тут у нас калитка. Сюда, да, Саш? А? Полный ехать даже тяжело. Почем, Саш? 20 тысяч. Обалдеть, 20 тысяч навоз. Газон не газон же. Газон 18. Ну да, машина большая. Чтоб потом проход добыл. А? Чтоб потом тут это, хотим еще скважину бить. Муся, ты иди сюда. Муся. Кто там? Кто-то, Муся. Кто-то. Отлично. Отличное говнецо. А? Отличное говнецо. Муся, иди сюда. Иди. Иди, моя красавица. Сюда. Идем, идем, идем. Иди сюда, иди. Иди сюда. Мусена. Муся. Муся, иди сюда. Иди. На. Иди сюда, иди. Иди, моя красавица. На. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Вот. Вся пыльная. Да. А. Вся пыльная. Кто там? Кто там? А. Ай, мусёна. Ай, мусёна. Санёк делает грядку мне сейчас под зелень, под редиску, под укроп. Вот снял вот эти старые, то, что были старые грядки. Сейчас вот он все посрезал. Срезал все вот эти одуванчики. Ну все это, Саш, в грядку вниз. Пусть преет. Все сейчас будет делать короба. Вот все планы на сегодня, вот весь день вот такая фигня. Идет дождь, вся работа стоит у нас. Мы вот здесь вот на топчинах. Да, Санек? Вот начали делать грядки, и идет дождь бесконечно. То меньше, то больше. Вот так вот. Запланировали на выходные, столько дел, вся работа стоит. Вся работа стоит. Не знаю, вечером, наверное, сейчас, не знаю, подождем еще час, если будет так же идти дождь, то поедем домой. Делать нечего. Все планы нарушил дождь. Всю ночь шел дождь. И вот весь день, то меньше, то больше. В огород не выйдешь. И сеять хотела сегодня. Столько было планов. Но, увы, и розы пересаживать надо было, и все, ну никуда не выйдешь. В огород не выйдешь. Вот такие вот дела, ребят. Все зависит от погоды. А мы говорим, что все в наших руках. Все в руках Божьих.
Так что мы бессильны перед матушкой природой. Все, сейчас хотим заложить травой. Вон ту, Саш, с той кучи. Одуванчики прут. А я буду утаптывать. Но... пересаживаю жасмин. Убираю, ребят, здесь вдоль. Замерзла у меня гортензия. Одна, вторая, не знаю, отойдут, нет. Но вот единственное, как его, вот этот курильский чай, и то с одной стороны вроде как зеленый. Не знаю, отойдет, не отойдет. Вот. И это, как ее, опять забываю. Постоянно забываю название. Кто помнит, напишите. Вот. Все подмерзло. Не знаю, отойдет. Не отойдет. В общем, хочу убрать. Ведь пока пусть два кустика в этом году еще посидят. А жасмин. Там его давит. Вот это девичий виноград. Вот хочу сейчас посадить вот сюда на угол. Вот, я думаю, он разрастется. Будет свисти и пахнуть. Прям в беседку. Сейчас Санек говнеца кинет мне немножко. Немножко удобрю. Вот. А дождь так и идет. Дождь идет, ребят. Но прям навоз отличный. Сашонок, ну где-то с пол лопатки. Много сильно не надо, а то не дай бог. Ага. Да. Все. Все хватает. Сейчас немножко. Почему мешает с землей? Вот. Как раз. Корневая хорошая у него. Прям отлично. Все. Сейчас присыплю. Еще раз пролью. Так. Вот так. Вот. Так, ну это можно обрезать. Так. Все, а сюда хочу пересадить все розы. Сделать розарий. Вот смотрите, опять дождь. Все. Все, грядку сейчас. Тем более он свежаковый. Но. Все, а сверху. Сверху землю. Вот эти, ребят, розы хочу. Вот эта роза замерзла тоже. Ну, не знаю. Выкопаю, посмотрю. Корневую. А эти розы вроде как ничего. Вот видите, ну вроде как есть тут живые почки. А так вот прям сухие. Не знаю, гортензия, не везет мне с ней. Но здесь вот у меня сидел жасмин. Видите, тут давит девичий виноград. Вот хочу пересадить вот эти розы отсюда и уменьшим эту территорию. Там будет побольше места, где мангальня. Засыпем все отсевом. В общем, ребят, такие вот весенние работы у нас. О, хорошо сушу.
взяли конский, да, Саш? С говяжьим. Ну, прям такой хороший. Хороший навоз. Ну, все. Сейчас землю. И буду сеять редисочку, зеленушку под пленку.